Хари Кришна, дорогие преданные, примите мои поклоны. Вся слава Шриле Прабхупаде. Приветствуем вас из Майяпур-дхамы. И сегодня у нас закончилась Навадвипа Мандала Парикрама 2020 года. Это была очень экстатичная парикрама. Шрила Бхактивинода Тхакур, когда писал свои последние наставления своему сыну и преемнику, по сути дела, духовного знания Бхактисиддханте Сарасвати, он написал, что ему нужно возродить или начать Навадвипа Мандала Парикраму, и благодаря этому Кришна Бхакти распространится по всему миру. Вот эта парикрама удивительная просто. Она напитывает таким энтузиазмом, таким вдохновением, такой глубиной осознаний, что хочется ехать и распространять всем, проповедовать о милости Господа Гауранги. Вот, и, конечно же, если как можно больше преданных будет приезжать на эту парикраму, то мы сможем затопить всю Россию, все страны СНГ милостью Господа Гауранги. Нам очень нужна эта сила, поэтому приглашаем всех на следующий год. Следующий год будет особая парикрама 2021 года. Мы будем тоже идти нашей русской группой. Вот, и на мой взгляд, ну, в нашей группе сейчас очень экстатично проходят и киртаны, и очень глубокие обсуждения катха, и взаимоотношения между преданными, взаимное служение, очень вдохновляющий опыт. Вот, приглашаю всех вас, пожалуйста, не пропустите эту возможность, копите уже сейчас лакшми для того, чтобы приехать, и приезжайте, мы ждем вас.